Привет, ребята! Как у вас дела? Как у вас дела обстоят с погодой? У нас снег! Снег, снег и снег! Но недавно наступила оттепель, и снег немного подтаял. И посмотрите, что мы нашли! Это настолько необычно, настолько феноменально, что мы хотим с вами поделиться. Смотрите, ребята! Это самый настоящий тролль. Огромный тролль. От кончиков пальцев до макушки головы настоящий тролль. Ребята, а вы знаете, как зовут этого тролля? Как его имя? Хотите, мы дадим подсказку? Посмотрите, как он блестит. Как он переливается на свету. Словно? Правильно, словно алмаз. Это же тролль-алмаз. Он так похож на меня. Один в один. Копия я. Ребята, давайте же поможем ему выбраться из этой коробки. Привет, привет, друзья. Я рад вас видеть. Наконец-то я выбрался из этой коробки, из этой тесной коробки. И рад, что я оказался вместе с вами. Ух, так тут холодно. Как тут холодно. Но не зря я надел эту теплую жилеточку. Меховую жилеточку. И такие вот интересные сандальки. Как вам мои очки? Стильно? Это не только удобно, но еще и стильно. А браслетик видели? Браслетик? Посмотрите, ребята, это не только браслет, но и красивый кулон у меня на груди. Кулон с алмазом. А туфельки я могу и снять. И сразу стану ростом пониже, потому что они на большой стильной платформе и на большом красивом каблуке. Я такой модный. И, кстати, как вам моя прическа? Посмотрите, какие блестки у меня в волосах. Словно льдинки, которые переливаются на солнце. Или на свету. И вообще, у меня есть расческа, которую можно расчесывать эти красивые льдинки. Ух ты, ты такой интересный. Ты так похож на меня, но у меня нет таких блесток в волосах, таких украшений. Но все равно мы очень похожи. Посмотрите, ребята, правда?
Просто я маленький алмаз, а он большой алмаз. Ух ты, ребят! Вы нашли тролля такого же размера, как и я. Теперь я не буду казаться великаном на вашем фоне. Теперь мы два больших тролля. Розочка и алмаз. Как же это все-таки необычно. Ребята, если вам нравится наша семья троллей, то не забывайте ставить пальчики вверх и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить еще больше троллей, еще больше видео о нашей большой семье троллей. Пока-пока! А мы пойдем играть.